Привет, дорогие друзья, с вами Пепер, и сегодня мы поиграем в Ассасина, первую часть. Ибо в мудрости многие печали, и кто умножает познания, умножает скорбь. Ой. У нас проблема. Я не могу закрепить его память. Слишком сильная психотравма, он отторгает процедуры. Начинай откат. Дезмонд, попробуйте расслабиться. Чё охренел? Я попробую его стабилизировать. Сосредоточьтесь. Слушайте мой голос. Все это не по-настоящему. Всего лишь картины из прошлого. Они не принесут вреда. Черт возьми, не работает. Подождите, мисс Стилман. Он приспособится. Первый раз всегда сложно. Мы теряем его. Достаточно, мисс Стилман. Надо его вытащить. Немедленно. Хорошо, Дезмонд. Мы постараемся вас вытащить. Вы в порядке? Я говорил, что он справится. Пинемся вперед. Вы будете привыкать к окружению. Это самый близкий к нужному участок. С него мы и начнем. Загружаю программу обучения. Где? И что? Внимание, становление синхронизации. Приветствую, объект 17. Этот обучающий режим позволит вам ознакомиться с системой управления анимуса. Следуйте указаниям. Шкала синхронизации показывает, насколько ваши действия совпадают с памятью вашего предка. Если вы рассинхронизируетесь, анимус вернет вас в последнюю синхронизированную точку. Сейчас вы опасно близки к рассинхронизации. Следуйте указаниям, чтобы исправить положение. Анимус использует концепцию марионетки для управления вашим предком. Загружаю процедуру адаптации вашего тела к анимусу. Рассмотрим действия по умолчанию для системы управления. Когда вы стоите, используйте кнопку головы для осмотра окружения. Хорошо. Используйте кнопку пустой руки, чтобы пройти через носильщиков и не уронить ничего из их груза. Прекрасно. Фух. Анимус различает два основных режима. Высокую и низкую стойки. Действия, выполняемые в низкой стойке, социально приемлемы, а в высокой – более агрессивны. Зажмите кнопку высокой стойки и посмотрите, как меняется дисплей и возможности управления. Отлично. Мы продолжим синхронизацию, выполнив несколько действий высокой стойки. Схватите и бросьте этого человека из... Постой. Должен быть другой способ. Этого убивать не обязательно. Отличное убийство. Удача сопутствует твоему клинку. Неудача. Мастерство. Наблюдай, может быть, чему-нибудь научишься? Ага. Например, как забывать обо всем, чему учил нас повелитель. И как бы поступил ты? Я бы не привлекал к нам внимания. Не забирал жизни невиновных. Я бы поступил, следуя кредо. Ничто не истинно, все позволено. Ты поймешь, что означают эти слова. Неважно, как мы выполним задание, мой важен результат. Я разведаю путь. Постарайся не опозорить нас.
Пошли в жопу. А в чем заключается наше задание? Брат ничего не сказал мне, кроме того, что участие в нем — честь для меня. Повелитель считает, тамплиеры что-то нашли под Храмовой горой. Сокровища? Не знаю. Но повелитель считает находку важной, иначе он не поручил бы мне добыть ее. Конечно. Так. Куда он? А что? Конечно, я научился. Первый противник. Здесь должно быть это ковчег. Это ковчег Завета? Не будь глупцом, его не существует. Это всего лишь легенда. Тогда что это? Тихо, кто-то идет. Нам нужно миновать ворота до рассвета. Чем скорее мы его получим, тем скорее сможем заняться этими шакалами в Масиафе. Робер де Сабле, его жизнь моя. Нет, нам поручили забрать сокровища, а Робера убить лишь в случае крайней необходимости. Он стоит у нас на пути. Это необходимо. Благоразумие, Эль-Таир. Нет, трусость. Этот человек наш враг, и у нас есть возможность покончить с ним. Ты уже нарушил два правила Кредо. И собираешься нарушить третье. Не подвергай риску братства. Я выше тебя, как по званию, так и по мастерству. Не тебе обсуждать мои решения. Пошли. Стойте, тамплиеры. Не у вас одних здесь дело. А, теперь я понимаю, куда пропал мой человек. И что же вам нужно? Фиксация, нажимать. Кровь. Нет, не надо! Ты ввязался в то, чего тебе не понять, ассасин. Блин, пощади. Я пощажу тебя, но лишь за тем, чтобы ты вернулся к своему хозяину и передал. Святая земля потеряна для него навсегда. Бегите, пока не поздно. Если останетесь здесь, вы все умрете. Ау, больно вообще-то. Солдаты, к оружию! Убить ассасинов! Ух, это жесткий паркур. Я чуть не упал. Все, бежим. Переход к более позднему участку памяти. Наш еще хуже. Нас
Альтаир, ты вернулся. Задание прошло успешно? Повелитель в башне? Да-да, как всегда, зарылся в книге. Похоже, ждет тебя. Спасибо, брат. Покоя и мира, Альтаир. И тебе также. Так. Заново. А, это наш. И куда мне... Куда он пошел? У меня есть вопросик. Что? Да что вы штокаете? Что это? Интересно, куда это он? Мне надо кого-то убить, наверное. Что на него нашла? Ты залезай. А, да. Так что пошли туда, значит. А это еще зачем? Вот это как... Вот это какой-то странный вообще. Вот, пошли. Почему он носится? Куда он пошел? Куда он так спешит? Почему он так торопится? Он кого-нибудь убьет. Да кого я убью вообще? Заткнись, слушай. Опа. Вот, пошли. Привет. Куда мне вообще надо идти? А, вот. Альтаир. Повелитель. Подойди, расскажи о своем задании. Полагаю, ты добыл сокровища тамплиеров? Возникли сложности, повелитель. Робер де Сабле был не один. Дело прошло, как мы ожидали. Наше умение приспосабливаться делает нас сильными. На этот раз его было недостаточно. То есть... Я подвел вас. Сокровище? Потеряно. А Робер? Сбежал. Я послал тебя, моего лучшего человека, на задание, важнее которого еще у нас не было. А ты возвращаешься с одними извинениями? Я... Молчать! Ни единого слова! Такого я от тебя не ждал. Надо собрать новый отряд. Я клянусь, что найду его. Я пойду и... Нет, не пойдешь. Ты сделал достаточно. Где Малик и Кадар? Мертвы. Нет. Не мертвы. Малик? Я выжил. А твой брат? Пал. Из-за тебя. Робер вытянул меня из комнаты. Я не мог вернуться. Ничего не мог сделать. Потому что ты не слушал меня. Всего этого можно было избежать. А мой брат? Мой брат был бы жив. Твое неумение чуть не стоило нам победы. Чуть? Я достал то, чего не смог добыть ваш любимчик. Вот. Возьми. Но похоже, что я вернулся не только с сокровищем. Повелитель, нас атакуют! Люди Робера де Сабле обложили Масиаф! Он ищет битвы? Хорошо, мы дадим ему бой. Сообщи остальным. Пусть крепость подготовится. Что же до тебя, Альтаир? Наш разговор придется отложить. Ступай в деревню, уничтожь захватчиков, напавших на наш дом. Будет сделано. Остановите его! Думаешь, сможешь меня одолеть? Осторожно! Ты мой! Ты ставишь меня на думаешь, сможешь убежать? Посторонитесь! Вернись сюда! Перемотка на более поздний участок памяти.
Альтаир, сюда! Аль-Муалим еще не закончил. Куда мы идем? Наверх. Мы приготовили сюрприз для наших гостей. Делай все то же, что и я. Скоро ты все поймешь. Встань на эту платформу, Альтаир. Еретик! Верни то, что украл у меня! Ты не получишь этого, Робер. Убирайся отсюда, пока твои оставшиеся люди еще целы. Ты ведешь опасную игру! Уверяю тебя, это не игра. Да будет так! Привести заложника! Ох, они уроды. Ваша деревня разрушена, а запасы не безграничны. Сколько тебе еще нужно времени, чтобы твои люди взбунтовались от того, что колодцы пересохли, а еда закончилась? Мои люди не боятся смерти, Робер. Они рады ей и награде, что она несет. Хорошо. Смерть они и получат. Иди за мной и отбрось сомнения. Пусть этот рыцарь увидит, что в нас нет страха. К Богу! Моя нога! Моя нога! Тихо. Тамплиеры услышат. Я их убью, правда. Ты куда-то прыгаешь, ты достал. Да куда? Все. Залезаем. Не. Не. Да капец. Это очень сложно, я не могу. Моя нога! Ладно, моя нога! Тихо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Тайгер 53. Всем пока.